В этом видео рассмотрим, как вставить сим-карту в телефон Xiaomi Redmi Note 5. Перед тем, как вставить сим-карту, необходимо выключить телефон. Для этого нажимаем кнопку выключения и выключаем наш телефон. С левого торца телефона расположен лоток для сим-карт и карт памяти. Для того, чтобы его достать, нам понадобится фирменная скрепка. Если ее под рукой нет, можно воспользоваться обычной. Беру я свою скрепку, и мы видим, в этом лотке есть отверстие. Вставляем в отверстие под прямым углом и нажимаем на эту скрепку. У нас поднимается лоток для сим-карт и карт памяти. Далее мы его просто-напросто берем и достаем. Достали. Здесь обратим внимание, верхняя часть предназначена для сим-карты формата наносим. В нижнюю часть можно установить либо сим-карту формата наносим, либо карту памяти. Давайте посмотрим, как это сделать. Подключаем сим-карту формата наносим. В одном углу она идет у нас как срезанная. В лотке также мы видим такой срез, и их нужно состыковать. Здесь ключом является срезанный угол, правый верхний. Берем и вставляем по форме. Все, перед тем как вставлять, необходимо убедиться, что ничего не выступает. Давайте рассмотрим, как подключить вторую сим-карту. Для этого нам понадобится сим-карта формата наносим, и вставляю по такому же принципу. Все, и вот таким вот образом вставили вторую сим-карту. Если нам вместо второй сим-карты нужно вставить карту памяти, для этого я беру карту памяти и вставляю вертикально. Здесь также есть специальные ключи для того, чтобы не ошибиться. Смотрим, чтобы ничего не выступало. Берем лоток, вставляем и задвигаем до тех пор, пока он не сравняется с корпусом. Все, телефон можно включать и пользоваться. Если видео было полезно, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях.